На чемпионат Юга России прибыли 12 команд, а это значит, что практически во всех регионах занимаются грэпплингом. Всего около 100 участников, при этом из Анапы 20 спортсменов. Это неудивительно, в нашем городе-курорте традиционно особенно развиваются виды спорта, связанные с единоборствами. Это спортивная борьба, грэпплинг, то есть синтез всех видов, смешение всех видов борьбы. Есть, конечно же, правила. Сегодня это государственный вид спорта. Мы прошли аккредитацию в госком спорте. Уже есть такой вид. В нашей стране тоже. Ребята будут получать звания мастеров спорта, международников и так далее. И также тренеры. Почему сами спортсмены, не только новички, но и именитые, выбирают грэпплинг? Это новый вид спорта. Как раз можно попробовать, чтобы молодые пример брали и начали выступать. Лучше заниматься спортом, чем по ночным клубам ходить. Этот вид начал только развиваться и хорошо себя попробовать в новом сфере борьбы. Ну, здесь много разрешено, много правил того, что нет в классической. В принципе, поэтому. Грэпплинг требует много сил. Кто ранее занимался самбо, боями без правил, начинают отдавать предпочтение грэпплингу. Он совмещает в себе технику всех борцовских дисциплин с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов. Данная борьба не включает в себя нанесение ударов и использование оружия. Стремление закончить поединок досрочно с помощью болевого или удушающего приема является отличительной особенностью грэпплинга, так как в некоторых видах борьбы основной целью является либо позиционное доминирование, либо получение очков за определенное количество бросков и других технических действий, после чего спортсмену присуждается победа. Нужно отметить, что борьба была острой. В поединках спортсмены применяли все техники. Первое место по баллам заняла команда Краснодарского края. В ее копилке 5 золотых медалей. На втором месте ростовчане и на третьем – калмыкия. В общекомандном зачете за кубок и звание чемпионов Юга России анапчане – абсолютные лидеры с самым большим количеством призовых мест. Мартин Малхасян, чемпион мира по классическим смешанным единоборствам, принес команде золотую медаль и будет представлять ЮФО в чемпионате России по грэпплингу. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.